Всем привет, всем привет, с вами Шмега, вы на канале Ушмэнги. Сегодня поиграем в игру под названием Angel and Demon One Hell of a Quest. Собственно говоря, нажимаем. Последний клиент на сегодня живет где-то здесь. Ненавижу позднюю работу в пятницу. Так, мы играем за смерть немножко. Так, телефон у нас есть. Так, сейчас, подождите, ребят, 2 секунды, субтитры. А контроллер что? А, тут нет тут такого. Да ладно. Так. Устал я уже. Лучше запустить хитрую машинку. Давайте попробуем телефон, наверное, да? Класс. У нас есть немножко есть магии. Мне не доплачивают за лишние души. Упс. Ой, случайно. Так, окей, давай туда. Кнопочка лифта. Не. Shit. Дерьмо, ну как всегда. Почему только блин? А, ну да, это понятно, почему блин. Не, ну а почему дерьмо не могли сделать? Ну вот. А, блогер, блохер, ёптель. У-ля-ля. Наснимал, так наснимал. О, это печально, да, это бывает такое, да. Пульк. Так, квартира номер 6. Найду ее и поеду наконец-то домой. Так, ну на. Бульк. Звонок в дверь. Так, звонок в дверь, открываемся. Отличный костюм, приятель. Удрал с косплея вечеринки. Такая фоточка привезет мне грузовичок лайков. Ади передо мной, твой час пробил. Вау, зачетный голос. Это твой последний миг. Приготовься. Окей, готов. Че дальше? Черт, батарея мертвее, чем я. Окей, Вресель, давай так, я заряжаю твою хрень, и ты забираешь меня из этого мира, и все. Окей? Обожди здесь. Мне нужно зарядить его телефон, да, получается? Телефон смерти. Так, а где? Подожди. Комп, у компа где-то, нет? Ванна. Так, туалетная бумага. Нет, вроде здесь нет гостей. Bag still. Все еще полный пакет. Думай, think. Ничего не помогает. Doesn't help. Так, хорошо, подожди, а где? А где я могу зарядить? Почему на комп-то я не могу? Damn, puzzles. Nope. Это вообще не вариант. Так, ты так грустняшкой и стоишь тут, да? А где твой голос? Where's your cool voice? It was a phone app. Это была программа на телефоне. Обязательно качну ее. А, может, микроволновку, может быть? I think мне кажется, нужно что-то else. Еще. Reading is so cool.
Books are... Maybe I'll try to read someday, too. Ледочел, суп, так, закрываю амбал. А что у нас еще есть? А тут нет, типа, этих... Слушай, наверное, что-то в ванне надо сделать, скорее всего, потому что... Bag still full. Все еще полный пакет. Мы забрали туалетную бумагу. Уточку возьмем. Вот вам икря. Так. Ну и щетку взяли. No more guests here. No more guests. Так, 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 так. Так, пойдем в зал. Мы взяли зубную щетку и... подожди, стоп, комп. А что тут еще есть? Робот. Опа. Робота не можем мы взять. Так, подожди. А если вот... Туда? Нет. А свой телефон? Think. Ничего не помогает. Так, давай микроволновку тогда засунем. Что-нибудь засунем. This is a bad choice. Понял, так. I think I... И что-то еще? This delicate finish, you know what I mean? Для финишных работ, если вы понимаете, о чем sure. я. Need some alien надо бы кислоты acid, чужого, как минимум. А, нужно, может быть, помыть здесь? Нет? Не знаю, подождите. Так, ладно, короче, тут в ванне... Так, у no меня... Да-да-да, у меня уже есть. Так, тут кислоты, короче, нету, да, чтобы помыть. Пойдем в холодильник заглянем еще разок. Может быть, кто-нибудь нам тут даст. О, газировку дали. Так. Может быть, с помощью газировки? Iceman is the man of... Ледяной ice. Человек, это человек изо льда. Это китайский суп, пример того же возраста, younger, что и сам Китай. Rotten tomato? Тухлый помидор. Фу, слава богу, not. Нет, и мой and палец чистый. Яйцо, sticky. Фу, оно липкое. Still crisp. Все еще хрустит. А кто держит в холодильнике... кто держит в холодильнике чипсы? Расскажите мне, пожалуйста. Так, 572, это, наверное, телефон, наверное, он понадобится. Work hard, not smart. Магнит яблоко. О, этот могучий фрукт может поднять цену любого гаджета. Even a fridge. Даже холодильника. Так, а мы можем... The gold is fake. Золото фальшивое. This thing is вот, peeling off, отслоилось, а внизу грязь. Underneath. Welcome to the online world. I call it golden butt, to be brief. My внутри меня закипает хейт. Actually, на самом деле, no между этими двумя пальцами нет разницы. You can do it too. Вы тоже так можете course, сделать? Ну, для моих видео, конечно. Да, нормальная такая интеграшечка. Так, подожди, давай микроволновочку. Может быть... можно вот так сделать. Сейчас, стоп. Оп. Now imagine... О! This delicate finish, you так. Know what I mean? А, вот так. It works. All we need is a final sweep. Так, нужно смахнуть. Так, теперь. I think I... Нужно что-то еще. Nope. Так, нет. This is a bad ch- плохой выбор. Понял. Так. Пойдем посмотрим комп, может быть. Может быть, в компе что-то есть. Bloody hell! Твою ж налево. Поиск есть. People.com. Это что за значок такой? А, так вот же, USB-шка, ёпти. Я что-то как-то... А, Cyborg OS. Это многое объясняет. Сейчас воткнем. Wait, there are no holes here. I thought removing the audio jack was the revolution. Ну что, брать аудиоразум, это уже революция. Пускай владелец расскажет, как заряжать этот хлам. Так, пойдем к владельцу. Че он там нам расскажет? Как это... How is this ну и как заряжать эту киберконсервную банку? Supposed to be charged. Through the power с помощью энергии молнии, пронзающей вечное пространство и заставляющих его вибрировать. Беспроводная зарядка. Damn. Блин, придется заморачиваться. There are only two только два места в моей берлоге. I can think вызывает ассоциацию с беспроводным интернет и работающая микроволновка.
А, ну то есть смотри, мы молодцы, что почистили микроволновку, в принципе, да? Так, а мы можем тут нажать, типа... О, нормально. Он тупо набирает и все. Сам, кстати. Piece of shit. Так, что нам нужно еще найти? Может быть, магнит? О! Да, магнит на... Я совместил такой фрукт и робота. Мир может рухнуть. Так, мы заходим в микроволновку, сказал Эдди. И теперь делаем вот... Тихо. Так. Я не могу быть так же с гаджетами. Почему? Think. Вот так. Во! Теперь волны могут свободно проникать. Это могло быть крутым лайфхак-видео. Так, и теперь эту хрень. Так, закрыть дверцу. Вау, мощь микроволновки. Я эту мощь чувствую по запаху. Или это были остатки завтрака? Так, вроде зарядили, да? Зови меня некроманом, потому что твой телефон ожил. Step back. Отойди-ка. Опа. Нормально. И все это путешествие в другой мир, реально? Так же реально, как и я для всех. Я в деле. Это же шанс запустить самый чумовый видос всех времен. Ты не боишься вонючего дыхания других миров? Одинокого вечного дрейфа до бескрайнего горизонта? Слушай, чувак, канал подыхает. За рекламу стали меньше платить. Если не зальешь что-нибудь погорячее, придется искать настоящую работу. Да я уже в страшном сне вижу себя таксистом, уборщиком или строителем. Никаких больше бесплатных ништяков. Никто больше не даст денег за то, что сижу на своей заднице. Это самый большой кошмар для любого блогера. Ладно. Ну что ж, дорогие подписчики, ожидайте моего прибытия. Лайкайте, подписывайтесь, кто еще не успел. Наше приключение начинается. А, стой, самое важное, чуть не забыл. А чё такой грустный? Это будет так скучно? Let me fix it. Сейчас поправим. I hate my job. Ненавижу свою работу. Так, и куда мы попали с вами? Так, робот. Should it be turned on? Его как надо включать? Приветствую, мертвый путник. Компания Силза рада приветствовать вас. И предложить замечательную поездку в ад. Are you controlled by а ты, наверное, робот, AI контролируемым злым искусственным интеллектом? Вероятно, но мы, I'll наверное, тоже. Siri. Я буду звать тебя Сири. Нет, за это они выпишут мне миллион на счет. No может, no name? Хотя безопаснее будет никак тебя не называть. Nameless. Give me a drink. Сделай-ка мне напиток. Сполтай, но не размешай. Это рецепт эксклюзивен для определенной персоны. Пожалуйста, возьмите шампанское. Так, шампусик у нас do есть. Тут надо что-то платить. Нет, поездка бесплатна. Наслаждайтесь своим путешествием, кушайте, пейте. Без ограничений. Есть маленькие дополнения к стандартному соглашению мертвого путника, но о них вы узнаете только по прибытию в ад. Блин, прям как в моем банке. Так, подожди, карету.
карету пока вызывать не будем. Трамвай, табличку. Что за табличку? Давай посмотрим. Этот адский мост построен на... Дены? This hell station да, адский мост построен на средства, украденные чиновниками. Thank you. Спасибо. What's that supposed to mean? Ну что они намекают? Might come in hand. Пригодится. Шланг, да, взяли. Так, шланг. А, номер телефона, стопанский. Are visitors supposed это to have что, a те, кто умерли, должны попадать сюда? С телефоном, чтобы получить помощь? Nice move. Хорош ход от техподдержки. Эк, чё, холод? Лёд? Холодно. Так, понял. Так, а здесь ещё у нас что? Надо осмотреть всё, подожди. Надо всё осмотреть. Сейф. Не трогай, это моё. Come on. Ой, да ладно тебе. Блогеры всегда дают халявный вид доступ. I'm blogger. Я блогер. Dead one. Только мёртвый. Don't touch. Понял, да, всё. I'm blogger. Dead one. Бывай здоров. Don't drink too... Много не пей, это ум... а то умрёшь. Трамвай, пойдём в трамвай. Посмотрим, что в трамвае у нас имеется. Может быть, что-нибудь найдём. Алло! Who needs a new кому тут нужен angel? Новый крутой ангел? Nobody's here. Никого. О! Липкая плёнка, умная мысль. Визиточка. What is it? Лучше звонить смерти. Better call death. Number is 555-123-25. Окей, хорошо. Мы её забрали, типа, умная wow, мысль. Really? Вау, серьёзно? И липкая плёнка. Это не я. Плёнка просто такая старая, что липнет к пальцам. Так. Всё, больше здесь, да? Ничего вроде нету. Так. Там холодно. Там в трамвае мы вроде всё забрали. Всё, что можно было. Так, робот мы можем вызвать. Телефон, да, забыл. There's no dial here. Тут нет панели набора. Особая линия для звонков смерти. О! Можно так сделать? Подожди. Меня зовут Тишина. Я вернусь. Аккуратнее с языком! Правообладатель... Like не пей из моего стакана. Так, мы его убрали. А, сейф мы должны открыть, точно. Доступ запрещен. What the heck? Какого? Температура дыхания не совпадает. Только для авторизированной смерти. Я понял, стакан смерти надо взять. Cheap. Пахнет дешево и грустно. Smells cheap. Так, дыхание смерти, подожди. Вот так можно no сделать? Idea. No idea. This is a com... This is a bad choice. Так, надо, короче, какой-то выбор... Ой, выбор. Надо... здесь что-то еще сделать. Подожди, робот. Подожди, табличка. Now I can tell this everything that I always wanted to... Сейчас все выскажусь по горячей линии. Вы позвонили в адскую техподдержку, вам не нужно нажимать кнопки, с нами вам уже не нужна помощь. Просто идите в ад. Это самая честная поддержка. Да, похоже на то. Так, подожди, мне нужно как-то сейф его открыть. Гнездо микрофона, о. Только не говори, что за микрофон придется платить. Гнездо микрофона. Так, а если... Nope. А если вот так? This is a bad... Блин, а-ля-ля-ля-ля. Think. Чё не помогает? Стакан смерти никак нельзя взять, да? Smells ch... Так, телефон... Сейчас, подожди, а чё робот там мне ещё может предложить интересное? Подожди. Здесь я ничего не могу сделать, а здесь тоже. Так. Ну да, либо карету вызывай, либо... А, ну, наверное, нужно вызывать карету. Я не знаю, что делать с этим. This is a bad...
что делать с этим? It smells too... Мне нужно, по идее, открыть этот, да? Вызывай карету. All right. Call the train. Destination? Пункт прибытия. Ад. Так. А что я остановился? Поезд. Опа. Hey, buddy, listen here. Эй, приятель, слышь, сюда иди. What are you? Ты что a такое? Сувенир за поездку в ад? Мне же давай помощь, мужик, реально. Забери меня в ад. What's the problem? В чем проблема? Билеты проданы? Я застрял, я тут, чувак. Что-то типа персонала станции. И мне типа нельзя никуда свалить без разрешения. Хотелось бы сказать, что я тут подыхаю, но нет же. Вечная работа. Что может быть хуже? Это точно. Ты что, маленький дьявол? Да ну, конечно. Я был типа обычным парнем с улицы. Рэп-банды и все такое. Потом лифт, и я тут. Вот в этом туловище. Конечно нет, работаю я здесь. Перенести багаж, прицелить робота, вымыть посуду в баре. Обычная работа для пары вроде меня, но ты понял. Как ты? Ты имеешь в виду... Да, моя природная цветовая гамма. Это ты сказал, я ничего такого не имел в виду. Расслабься, чувак. Значит, у тебя нет претензий, что мы тут общались о твоей природе? Я же сказал, забей. Ты уверен? Абсолютно? Блин, ты реально ведь повернут, очкарик. Тебе и правда вместо в аду. How can I help you? Чем же я могу помочь тебе? Достань бумаги, которые позволят мне уйти. Are you a gangster? А ты чё, гангстер? No, нет, я гангстер. Заценим. Мне не нужен наши пули. Мой рэп острее стали. Открой рот, как пулемет, и поминай, как звали. Теперь я знаю, почему ты мёртв. Ты просился в ад или в рай? Чуваки сверху сказали, что мои тексты не подходят к их блестящим облачным комнаткам. А те придурки из ада накатали письмо, типа их ад недостаточно большая, чтобы вместить мой рэп. Ну ты прикинь? Ну вот они нарядили меня в этот клоунский шмот. Никакой публики, кроме этого говорящего ведра. Я вас слышу. Эй! Слушай, ты тут застелил недавно пару строк, так ты рэпер типа, да? В рэпе я орел, а ты мелкий пернатый. Заказывай гроб, я уже иду с лопатой. Окей. А нет ли у тебя тогда своего майка? Ты сомневался? Вот этими руками его красил. Знаешь, что звучит ужасно, так что спокойно, можешь мне его одолжить? Лучше я дам тебе другую часть меня, например, кулак! Я тут типа стараюсь тебя освободить! Сори, уличный рефлекс, все такое! О, микро, погнали! Так, погнали в микро, микро, так, если есть микро, значит есть и микро, так. Вот так. Что нам это дает? I'll have to get everything ready to open the safe before Reaper comes back. Надо открыть сейф, пока смерть не вернулась. Так, smells... а что мне могу сделать? Подожди. Не могу я там, а шланг? Пу-пу-пу-пу-пу. Подожди, а что надо сделать-то у нас? Сейчас, пока ничего не понимаю. По идее, шланг надо туда как-то. Так. Can I take that... А можно взять с собой вот этого, летающего парня? Нет, он обслуживающий персонал, он обязан здесь скалывать. Если только у него не будет специальных бумаг, которые позволяют ему покинуть станцию. А ты не можешь намечать такой документ? Я правда не вижу в тебе никакого отверстия. Рома, ты не пить, я на нём. Давай уволим его и все.
А, если бы я только мог. Так, подожди, я что-то не понял. Значит, микрофон он дал. How can I help? Get some paper. Ага, я постараюсь. Так, а в поезде ничего нету? Ага, я понял. Он, короче, не даст мне, пока я не сделаю заданица. А что в заданице нужно сделать, пока что я не понимаю. Так, ну да. What the heck? Smells. Что-то надо с микрофоном сделать, а я что-то... Подожди, шампанское на микрофон можно? Нельзя. Так, шланг. Тоже нельзя. Телефон. Тоже нельзя. Пленка. Так, а что-то здесь еще может быть есть? Нет? А тут нет такой кнопки, короче, которая бы позволяет видеть, да, так. Позволяет видеть сны. Сны, не знаю. Так, подожди, давай-ка в трамвай еще, может, зайдем. Может быть, там что-то найдем. На тап нажимаем и... Вау, серьезно? Так, может быть, здесь нужно как бы... This is a... Think. Нет. Пам-пам-пам, подожди, надо что-то, короче, тупняк наступил. Так, давай попробуем, знаешь, что сделать? Давай попробуем, подожди, а мы на сейф что-нибудь делали? Планк на сейф делали? О! All right, what's next? Это есть, что дальше? Так, так, стойка. Подключили к микро. Don't tell me I have to... Ага, так, а теперь что, подожди, стакан смерти, может быть, шампасика? This is a bad choice. Плохой выбор. А выпить шампасика можешь? Нет, не может. Так, пленка. Think. Нет, так, а может быть, телефон? This is a bad... Да не гнездо микрофона, а на микрофон. Think. Так, думай. Мне надо, короче, как-то забрать холод. А выпить я не могу, да? Подожди, а ему предложить выпить я могу? Сейчас, этому мелкому. Damn, puzzles. Загадка, что-то неправильно. Подожди, а пленку? Think. Так, на робота. What if his evil AI uses this thing against me? Использует предмет против меня? Не, спасибо. Так, не понимаю, пока не понимаю, что-то, короче, что надо делать. Надо как-то забрать, может быть, вот так? No, I... It smells... Что он там сказал, подожди? It smells too good, just to... Try this. Попробуй-ка это. Ага, надо закончить, что я пытаюсь сделать. Так, мы вылили. Пустой стакан, так. Нет, давай пустой стакан на колд. И чё? Не понимаю. Пока, короче, непонятно. Музыка исчезла почему? Damn, puzzle. Неправильно. Угу. Так, подожди, надо как, короче, что-то с сейфом. I've watched millions of life. I ought to be able to figure out how to attach the hose. А, к замку присобачить. Ага, все, мы можем пленкой присобачить. Так, отлично. У нас все. Опа-на. Опа-на. А, я же налил шампасика ему, он напьянел, короче. What the heck? Какого? Oh,
Sing some death metal! Сбасай что-нибудь убойное! Ух ты! Микрофон же сперли какие-то музыканты. Они и так померли от наркотиков. Но еще и воруют. Что это за люди такие? Вот оно, холодное дыхание смерти. Сейф. Так, что я забрал? А, я, наверное, забрал эти. А все, смерть уже не идет. А что я забрал, подожди? Бейдж, что за бейдж? А, наверное, ему нужно отдать бейджик. Смотри-ка, что у меня есть. А, держи. Thanks, man. Эй, боже, респект. Как тебя звак, земляк? I'm как тебя звать? Я Анджела. Годное имя для этого места. А я Димон. Димон? Демон? Димон, мужик, Димон! Димон! Так, не правься, я буду твоим попутчиком. Твоим очень крутым и брутальным гангстер попутчиком. Рифмующий чувак может добавить мне просмотров. Ты в команде. Анджела и Димон едут в ад. Вызов принят. Позаришь, чувак. Думай обо мне как об универсальном инструменте. Destination? Hell. Направление! А, наведем там шороху. Да, вот такая игра, ребят. Наверное, серию эту на этом... На этом серию закончу. Ну, сейчас они доедут и закончу. Next train arriving in 2000 years. Here we are. Ну, вот мы здесь. А что дальше? Разъяснимся, кто какой-то матери? Я бы хотел пошариться по интересным уголкам в аду. Поснимать, чтобы потом сделать самое хайповое видео на своем канале. Ну а потом, по моему плану, свалить отсюда нафиг. Давай попробуем организовать типа экскурсии. И найдем того, кто вообще отвечает за это уродское место, называемое адом. Может я встречу кого-то своей крыши? Я много сюда посылал. Ребят, на этом здесь может быть ваша реклама. Ребят, если понравилось видео, подписывайтесь на канал. С вами был Шамыга. И... хорош орать. Короче, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Шамыга, и вы были на Шамыге на канале. Всем счастливо, всем пока.